уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Да. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Yes. О-о. Вот мы, вернее, я спорил о чистке печени, о ее полезности, там, безопасности. Рассказал вообще об оздоровлении печени. И так и сяк я рассказывал, показывал, доказывал, приводил примеры. И вот люди, которые возражали против нее, то есть я хочу вывод сделать из всего нашего спора, что они предложили полезного для того, чтобы и печень там оздоровить, и здоровье сохранить, кроме как ее не делать, больше ничего. То есть только было потрачено каких-то рассуждений, доводов, приведения всего, что этого не может быть, что это там вредно, что это там не полезно. А, собственно говоря, а что вы предложили? Оказывается, ничего не предложили. Вот такие вот интересные наблюдения. Предложений никаких. Если уж как-то ввязываться в спор, то предложить какую-то свою альтернативу, такую-сякую. А так вот просто без всего этого. Вот буквально этой карканье вот этой вот вороны. Кар-кар-кар-кар-кар. Что, к чему, зачем. И все. Спрашиваю, а вы печень чистили, чтоб предметно что-то разговаривать? Нет, мы чувствуем себя нормально и в этом не нуждаемся. Знаете, мы многое чего, в чем не нуждаемся, многое чего не пробовали и многое чего из этого не знаем. А вот когда мы попробуем и ту, и другую, и третью, и пятую, и десятую, и есть с чем сравнить, вот это очень важно, есть с чем сравнить. Есть сравнить там, допустим, медицинское лечение печени, того же там, допустим, гепатита лечат, никак не вылечат, и говорят, он уже не лечится. А есть другие методы, которые его лечат. И вот так вот двояко везде имеется. И когда человек одного пробует, когда человек другого пробует, глядишь, у него появляется свое собственное мнение по вопросам оздоровления. Сейчас мы не будем говорить по вопросам лечения, а по вопросам оздоровления. Может поехать там, допустим, в санаторий, ага, полечиться. А можно, значит, дома что-то там опробовать. Ту же самую ходьбу хотя бы. И другие там вещи, типа очищения толстого кишечника. Кстати, в санаториях есть такая услуга, как это там называется, колоник, это машина очищающая толстый кишечник. Там сразу литров по 10, по 20 для промывания используют. И то же самое можно сделать дома, в домашних условиях. Чубаш, допустим,
тот же имеется санаторий или там где. И то же самое мы используем дома. Я уж о денежной стороне вопроса как-то молчу. То же самое. И там, и тут. Ага, можно использовать какие-то лекарства для укрепления там печени на основании расторопши. А можно этот жмых расторопши жевать или там масло пить. Поэтому вот такие вот какие-то споры у нас произошли. И с той стороны, кроме запрещения, и этого не может быть, ничего разумного не последовало. Ничего полезного не последовало. Никакой альтернативы не последовало. О, народ! Лишь бы глотку подрать. Что еще по чистке печени можно отметить? Это то, что некоторые ее сделали там раз, вообще раз. Другие хорошенько прочистили. Они уже имеют свой собственный опыт. И получив эффект, тот или иной, вообще ее там забросили, да, чистил, все. И редкие люди, которые эту процедуру в качестве профилактики весной делают постоянно. Естественно, я сам знаю, что выпить лимонный сок, вот этот особенно лимонный сок и масло, это такая вещь крайне неприятная. Можно выпить. Особенно там первые разы. Потом действительно уже все это настолько надоедает, что ты не хочешь это дело делать. И вот тут-то, чтобы не пить там этот стакан лимонного сока, стакан масла, как раз вот чистка по буревой, травки эти делают предварительную хорошую работу, и уже требуется там 100 грамм масла, гораздо меньше, что можно так сказать, одним или парой глотков все это дело выпить с перерывом. То есть полегче, а эффект еще получше. Можно иные способы использовать. Не обязательно это такой, я называю такой жесткий метод. Жесткий, мощный метод. Можно использовать другие. А именно там просто маслица там попить с утра. Там пожевать эту гречку или еще какие-то методы, картофельный метод и так далее и тому подобное. То есть очень важна гибкость мышления, не то что вот как-то человека научили, он закостенел и все, больше он ничего не знает и не хочет знать. Если обратиться вообще к научно-техническому процессу, то только те люди, которые обладали гибкостью мышления, находили решение различных проблем там, где другие ничего не видели.